вас, дорогие наши зрители. Меня зовут Светлана, вы находитесь на канале «Недвижимость Северного Кипра» компании Leverage Investments. Сегодня мы решили показать вам новый современный модный комплекс, который находится в поселке Алсанджак. До всех необходимых благ цивилизации буквально 5 минут езды. То есть мы с вами находимся в 10 минутах езды от центра Киринии. До ближайших ресторанов, магазинов порядка 3-5 минут езды. Огромный плюс этого комплекса, что мы находимся буквально в 100 метрах от большого парка, где много деревьев, есть детская площадка, есть свое кафе, то есть там прогулочные дорожки, очень зелено, очень красиво, мы этот парк вам уже не раз показывали. Также здесь буквально 400-500 метров до моря, до знаменитого пляжа Escape, Денис Кызы. То есть тоже такие знаменитые, популярные песчаные пляжи. Поэтому расположение комплекса очень удачное. Что касается инфраструктуры, обратите внимание, очень большой бассейн. 400 квадратных метров занимает, вот он идет вдоль всего комплекса, и с двух сторон расположены вот такие модные современные двухэтажные здания. То есть место, даже если все квартиры в какой-то момент заселятся и все будут отдыхать, поверьте, никто ни у кого на голове сидеть в бассейне не будет. Места хватит всем, очень комфортно. Есть место, где поставить лежаки, будут стоять зонтики. Территория вечером подсвечивается, кругом есть фонарики. Будет сделан ландшафтный дизайн очень красивый, уже посажены деревья. Также есть оливки взрослые уже, так как на Северном Кипре запрещено даже при строительстве срубать оливки. Это запрещено законодательством. То есть так они пекутся о природе и очень правильно делают. Молодцы. В этом комплексе на продажу есть апартаменты с двумя спальнями, площадь их 108 квадратных метров. И сейчас мы вам покажем одни из них. Давайте посмотрим сами апартаменты. Смотрите, при входе сразу такой большой коридор. Здесь есть большой шкаф, куда помещается все, что нужно. Обратите внимание, кухня выполнена в современном стиле, используются только самые качественные современные материалы. Кухня high-gloss, то есть блестящая. Есть выводы под стиральную машинку, духовой шкаф, место под холодильник. Установлены краны, раковина, все необходимые розетки, выключатели, все это уже есть. Также предусмотрена вот такая барная стойка, то есть, в принципе, вы можете ей пользоваться как столом, или, в общем-то, территория позволяет поставить отдельный стол при желании. Хочу обратить ваше внимание, что на полу во всех апартаментах лежит керамическая плитка качественная, но в спальнях и в гостиной, то есть эта зона выделена специально на полу, и лежит ламинат. Так гораздо теплее и уютней. Посмотрите, в гостиной большие панорамные окна. Очень светло. Опять-таки есть все необходимые розетки. И давайте посмотрим террасу. Большим преимуществом данных апартаментов является вот такой большой балкон, который вы можете использовать как вам захочется. Можно, кстати говоря, натянуть здесь перголу, если есть желание, чтобы прятаться от солнышка, поставить лежак или какие-то детские качели, если нужно, стол обеденный, в общем, все, что захотите. Вот этот участок земли, который вы видите, также принадлежит данным апартаментам, то есть им можете пользоваться только вы и под свои нужды использовать, как вам того захочется. Посмотрите, какой чудесный вид открывается с вашего балкона. То есть можно спокойно наблюдать за своими родственниками, друзьями, детьми, которые резвятся в бассейне. Ну и, собственно, самим присоединиться. Бассейн большой, красивый. Давайте посмотрим, что у нас есть дальше. Хотелось бы отметить, что в данных апартаментах, как во всем комплексе, в принципе, установлено центральное кондиционирование. То есть есть вытяжка центральная и кондиционер. Плюс, обратите внимание, зона кухни так сделана, что здесь есть дополнительное освещение. То есть лампочки очень удобно готовить, все продумано и сделано для хозяек.
Мы с вами продолжаем осматривать апартаменты. Давайте посмотрим первую спальню. Напомню, что также на полу здесь лежит ламинат, что придает уют комнате. Здесь вы можете видеть большое панорамное окно. И вот такая вот имитация, скажем так, французского балкончика со стеклянными перилами. Обратите внимание на вид из окна. То есть, собственно, вот тот парк, о котором говорила, находится вот буквально его вы здесь можете видеть. И даже видно море, хотя мы находимся с вами на первом этаже. Очень приятно просыпаться и смотреть на вот такие молодые сосны. Здесь вы можете видеть ванную комнату. В ванной комнате есть унитаз, душевая кабина, зеркало, раковина. Все новое, все современного хорошего качества, современного дизайна. Хорошая плитка и на полу, и на стенах. Также установлены все необходимые краны, держатели, в общем, все, что нужно. Дальше мы с вами проходим и попадаем во вторую спальню. Здесь вы можете видеть большой шкаф во всю стену, то есть и, собственно, под потолок. Уже есть освещение, то есть лампочки все готовы. И вот такой вот красивый дизайн комнат – это также стандартная отделка. То есть везде во всей квартире стены выкрашены в белый цвет, на полу лежит либо плитка, либо ламинат. И вот такой вот дизайнерский декор. Здесь вы можете видеть также большое панорамное окно, собственно, с тем же самым видом на сосны. Также хотелось бы отметить, что территория комплекса ограждена вот таким красивым каменным заборчиком. На входе есть охрана, шлагбаум, ну, то есть полнейшая безопасность. Несмотря на то, что Северный Кипр, в принципе, очень безопасная страна, но по современной моде везде делается контрольно-пропускной пункт. Опять же, если мы с вами говорим о вопросе безопасности, хотелось бы отметить, что в данном комплексе установлен видеодомофон. То есть вот здесь около подъезда есть видеодомофон и непосредственно в квартире, то есть где вы можете видеть, кто к вам пришел и зачем. Сегодня мы были рады показать вам апартаменты с двумя спальнями, просторной гостиной площадью 108 квадратных метров, с собственным участком земли и большим балконом. Повторюсь, что комплекс находится в Алсанжаке, в окружении, с одной стороны у вас находятся горы, с другой – Средиземное море. Здесь очень тихо, очень спокойно, совершенно не слышно дороги, хотя мы находимся совершенно недалеко, то есть от всей цивилизации. Жить здесь очень комфортно. Данных апартаментов составляет 89 500 английских фунтов стерлингов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, заходите на наш официальный сайт, ищите нас во всех соцсетях, мы есть везде. Наши менеджеры, я в частности, будем рады организовать для вас смотровой тур, поэтому вам стоит только купить билеты, остальное мы все сделаем за вас. И поселим вас в одни из наших апартаментов, встретим в аэропорту, покажем вам весь наш остров со всеми его достопримечательностями, расскажем о всех плюсах и минусах и выберем для вас идеальный вариант, который вам будет подходить. Всего хорошего!